Я сяду в этот разрушитель, еще кем-то Реально. там. Тут босс убивается в два разрушителя. Посиди там в осадке на пушке, цветочки поубивай. А с кем я сижу в машинке? Сейчас она вырезает. Заваливайте мне ко мне кто-нибудь. Эх, помню, Рестин какую-то ульду собирал на Виклик. Рестин, я сидел в машине какой-то, который колчеда не собирали. Но я не додамажил, и он меня кикнул потом. Как-то так. Грустная история. Да блять, ёбаные повороты нахуй. Чё, до конца едьте, всё, не ломайте вышки, до конца едьте. Тань, хочу ломаю, тебя чё? Пожалуйста, едьте просто вперед. Просто вперед едьте. Хочу ломаю, тебе чё, какая разница? Я успеваю поломать. Вот это понятно, я к тому, что люди, которые это, на водителях. Просто вперед едьте. Добить! Еее! Вы же только три босса, надеюсь, там не ходите в сульду? Нет. Кайфуль, да, три босса. Никита, ты узнал мой вопрос? Чё, какой? Который я спрашивал. Про кольцо? Вообще про Малча. Ну, а чё тебе ещё надо с ним? Мне Малч. А, именно просто как босс? Да. Ну, посмотрим. Ну, типа, я не знаю. Типа, по идее, этот слот есть. Вопрос в том, кто захочет его вступить. Алло, там колчеданы захуярьте вот эти пачки. Это может быть, максимум Риона какой-то. Только если ему что-то не надо. Он больше не на кого менять. Ну, получается, надо сказать в Рионе об этом. Ну где-то на ютубе. Нет, это надо обычно говорить в 10 часов, он с радостью тебе уступит. Хоть и на... Ока. Ну дайте... Не хочу... А, это... Мобов. Я смогу дать. Дайте мне в трофейку сесть. Тут слишком много гениев на трофейках. Бати. Сажусь в осадку. А, это Доля, это садись на водилу. Ой, не на водилу, на этот. На Сергейку, короче, садись. Не нравится мне этот спот. Осадки. Короче, Юрий, ты тэпнулся. Не можешь. Я сдох. Да, просто типа комбат. Проси. А катана это вот. Чел? Гон в ульду на фул ачивы. Ага. Крутое придумал. Когда-нибудь. На циркуле 10 персами фул ачивы сделали в ульде. Я нашел. Ну что, забивайте колчеданы. Забивайте колчеданы. Быстро. Кому-нибудь. У меня вон, осадка. Шоколаду шоу. Можешь съесть. Азарон, можешь с этого шамана перекинуть к нам? Я уже. Спасибо. Я здесь. Спасибо. Пожалуйста. Разъезжаться не будете на... Справа у Шоколадова можешь сесть. На разрушителях не будете разъезжаться? Чё? Вон, я короче, Шоколад сейчас сяду. Да, Шоколад, чё у тебя? Давай, всё. Лол, а чё, вы ХМ запустите? Запускайте. Конечно, ХМ. Чё, погнали? Imagine не ХМ проходить. Да, блядь. Да, блядь. Единственное, на пушке никого нет. Там... Жми, Иваныч, жми, блядь!
Колчедан ты ему сверху подбивайте, пожалуйста, я привезу. Текстуру не ловит. Глю по цветкам стреляй. О, что? Я вылечил из машины, просто подойди ко мне. Спасибо. Ебать. Я на катапульту нажал и вышел. Лёня. Ебать. Не лутайте, подождите, подождите, не лутайте, не, не лутайте, не лутайте. Победа Орды. Вот все, может лутать. Так фрилут поставь. О, прикольно. Боге наручи, сюда. Сюда, боешечка. Ебать ты ж. Ой, это что, бистрини на ханта забираю? Куда ты забираешь, дурачок? Сейчас забаню. Че, давайте быстрее к этому разрушить все. Быстро, 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 быстро. Это есть какой-нибудь квест? Может расшарить? Чем? О, бестрини на Энха. Ну, я шарнул квест. Спасибо, спасибо, пришел. Толь, тебе не надо она? Кого? Конечно, чистить. Мне два выбора, зачем? Ой. Еще раз можешь сорвать? Не знаю. Да? Еще раз сорвать. Шорнул. Трэш пульте, вокам. По техникам, да? По техникам, по этому. По Паше технику. По Паше технику играете. Ебать, старый юморит, ебаный в рот. Что? Пошли разрывные. Сейчас ты трижды эту шутку повторил. Чё? Да не, просто... Ну как обычно, типа, чем больше раз повторяешь, тем смешнее. Паша техника, блядь. Реально, нахуй. Что? Что? Нееее. Какой мат, послушай. Выведите из-под мат. А хули, если я под купол стою, мне... А что, босса будем в хайме? Конечно. А что там? Нет, ты чё, сложный пиздец. Чё там, чёрную выносить, вроде? 4 ляма всего лишь? Белую всего лишь. Как же эти 50 лямов там, 1000 лямов? 200. Чёрную сбегаться в лужу, там ДПС апается. Блять, пожалуйста, подведи к трапе, а, по-братски. Я воскликнул. Я лишь подвел. Вынесешь-ка. Сердце. А кто нас ошибался? Не смотрел. 234. Он упадет. Гера, давай. Зачем? А Галона бы лучше оставил. Так. Симпл. Блять, не нажимается. Сейчас надо искру будет залить. Искру залили. Сейчас мы выйдем. Так, это раскаты будут, надо этот Т4 будет дать. Вот эти самые потеющие будут. Давай. Давай, Т4.
искра. Искру залили. Бегите или умрите. Выйди, Фьюри, выйди. Да не туда ты выносишь. Страхи. Потому что он съебался с кайфом, стоил отдельно где-то. Покчамп. Великая победа. Бое еще один. Меч, за которым тебя, блять, ходят. Ходили то. Топовая боешка на топовых пала. Вот эти запы я долго носил, блядь. Нихуя, в смысле, я походу даже с ними до сих пор хожу, блин. Ну-ка вторые заберу вот эти запы. Но буду на резист чалить. Все, давайте такое быстрее вести бил. Быстро, быстро, быстро. Гуляй. Алглонишь, вроде еще два танка надо. Так что будет фьюри твой выход. Да не, мы зальем танкус. Не-не-не, я был там недавно, мы не успеем стоять еще. А че не арестили? Какая разница? Ну мы хотим. Именно какая разница? Мишку. Он хвастается, что у него есть спек, давай. Цел танк готовый, там все дела. Порчам, вот что я. Кто-то сомневается, что-то? Не, я не сомневаюсь. Ты же знаешь, что надо эти созвездия водить? Это вот. Прикол. Запало проще это делать. В чем? Ну, у него есть два таунта по 8 секунд, когда у меня один. Ну, то есть созвездия будешь водить, надеюсь. Не, в принципе, там это, ну, там мы не вапимся точно, но не знаю. Сверки я там поломаю сам. Направо. Так-то можно. Сверх я поломаю. Когда затаунить эти. Короче, вон. Там еще каст будет, такой как этот. Да будет вот этот каст, несравненной магии называется. Там надо будет зайти в. Нет такого каста. Терок, то есть. А у него, блять. У него уже опера нахуй в голове. Опера головного мозга. Там в лужу надо будет зайти, такую большую, темную. Еще там, если под вами красная пимпочка, уходить от нее как можно дальше. Зря ты Геру сдал, сейчас бы шотали. Да ладно. Хм. Да сложно. Вот так-то да. Блин. Ё-моё. Да, зашел. Так, падал. Вот что-то еще было, да? Чё? Ты не сказал, наверное. Я сейчас понял. Нужно в черные дырки просто подкасты. Да, это White Fury, когда мы заходим внутрь на каст, ты остаешься. Ты не заходишь? Ты мне рассказываешь это зачем? Мало ли, я не знаю. Ты понимаешь, что я фул контент прошел? Я, если что, кстати, и причем да. Не одни персоны. Преисполнился, да? Да, блядь, преисполнился, пиздец. Только я ни разу не был на Авалоне. Просто за звездой бегаю и все. Ну тебе повезло, сегодня идем. Я помню, да. Когда я первый раз на Авалона пошел, был 2012. Лапку дай. Ну просто босса держи. Води его там вроде, сейчас я не помню, правда, куда. Можно каску по ханту, пожалуйста, спасибо. Да, сейчас я все раздам. Там созвездие, куда надо заводить? В дыру. Черные дырки, которые ты разбиваешь. Это, короче, только ты будешь заниматься. Типа, слякать просто босс там какой-то, правильно?
Ну, мы начинаемся. В смысле меняете? Ну, короче, расскажи, не знаю. Короче, забей хуй просто, он упадет раньше, чем, блядь, мне один раз поменялся. 10 лямов хп-то. Слякать, короче, на трех стаках с тебя заберу, все, будешь ЛПшки давать созвездие таунтить и гриппать. Заводить в черную дыру. Только сам в них не зайди. Давай, рычапай их. И ДБМ пул дай. А какой ДБМ пул тут? Это этот. Тут запуск долгий. Первый. Зайди, заходи. За линию зайди. Шаман. Все, давай. Тут первый пул без приполки. Да я... Реально, как на опере. Он получит сообщение от наблюдателя в любом случае. Аля, красиво. Из под вами красная штука, убегайте из нее. Чем дальше от нее, тем меньше урона. Так, звезды я подамажу. От кара. Подчеркнуть. Так что прохил надо будет. Все. Ебать, ты еще одну. Я одну взрывал. А что это было? А кто-то еще дамажил. Слав не бала. А мы еще кто-то бил их? Это парни, это без Гера, это не убивает. Берегитесь. Ну, короче, да, подойди. Типа, в эти, возле звезды надо, да, типа? Звезды кто-то еще ломал. Вот эти вот, видите, там, взрывающаяся звезда, вот ее вообще я не бейте никогда. Я предлагаю тебе а не бью. Там, наверное, это, сова ебашил, не, наверное? Нет, сова, блядь, в мишке. В Арестине спек не в танка, пускай они там почилят, блядь, я побью сферы сам, ты не забей хуй на сферы. Потому что сферы надо бить быстро, блядь, и по одной. Берегитесь. Ну так я заливал одну. Вторую-то залил. Ну я не знаю, как ты сливал, но быстро ты сливал. Да. А, ну типа вот, да, вот это уже, да? Ты прям бурстил ее или как? Или ну, я в нее дал 3 дотки и ну, кнопки жал в нее просто. Возле звезды не надо стоять, типа, да? Типа я просто жал в нее кнопки и все. Ну вот, 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 типа. Че? Вон видишь, там вот, наклеивали, господа. И сверху ну, сломали. Ребят, через Герой. Маркасли на уешками называл доля. И сфера боу, мы все сдохли. Ну, я не могу стопнуть все уе. Че, где рестор? Сам стал, что ли? Не. Что насчет следующей недели это? Уайт Фьюри же не может в понедельник, правильно? О, я тоже в понедельник не могу. И в воскресенье, скорее всего. Угу. Типа, ну, суббота, суббота плюс вторник какой-нибудь. Суббота, вторник, да, может. Могу даже среды. Так. Если уже суббота. Сегодня, получается, мы за сколько? За 3 часа, да, закрыли? Угу. И тогда еще мы час на остальных боссов и все остальное на ново, прям почти за 4 часа, типа, закрыли. Так, давайте. Тут уже можно припутать. Кто это? Ну, короче, сфер не пытайтесь не бить по возможности.
Герос плана. Угу. 5, 4, 3, 2, 1. Блядь, пиздец. Тут быстрее чуть-чуть был. Тут он чуть-чуть потеряли, в принципе. Я не помню, как он типа запускается. Хорош, Доля. Молодец. Ноль мозга. Сложный контент. Дебил. Мне похуй, нахуй мне дали СС. Ой, все. Прохил, 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 прохил. Готовьтесь. Охереть. Я пошел от сферы, но не сделал. Иди со звездой заводись. Карам, карам, карам. Лови со звездой. И заводи их в эту темную штуку. Только сам не заходи в нее. В мини-зоне не взорвите. Так, падайте. Короче, я понял, это освоение будет. Ай, его босс тяжелый, зерганем сейчас. Аристина, спека там и массакра есть. И я побьюсь совета, да? А ты посмотри, там щитки по тебе. И щитки. Ну, подсейвить там, если люди просаживаются. Расскажите потом урыча, чем мы занимались. Он вайпы на логовоне. Короче, надо это не самому заходить, а тебе стоять так, чтобы между тобой и этим созвездием была вот эта дыра сфера. Когда созвездие зайдет, короче, в эту сферу. А там кто у нас? Эршам хил, да? И Глю, получается, хилит. Ну да. Там шаман... Ну типа я могу еще в ДЦС пекнуться, тогда ну, вот точно не сдохнет. Знает. Не, ну можно, можно, в принципе. У вас урона вообще не будет, типа, по-моему. Ну там из урона, смотри, я буду вместо тебя, мне нормально дам. Да не, блядь, ну, нормально будет. ШП откидывать. Вообще, вообще, да, лучше спекнись, ну его нахуй, потому что 2000 хпс это не хпс, а там 8. Хоть мы, блядь, мы убьем его нормально, просто с щитками будет попроще. Ладно. И Арислина в этого. А, ща аддона переставлю. Азарона тяжело вздыхает, когда его заставляют ДЦ-шку спектр. Да. Вам просто аддона надо. Просто меня. Лучше будет, видишь. Там шаман столько не нашел. Понятное дело. Да блин, а голожопый, блин, это твинк. Ну. Я одеваю, не спеша, блин. А хэпалом бы я бы тебя сюда и не послал, нахер ты мне тут нужен. Не моя. Да, Доля сказал, типа, этот, выходите из красных пимпочек. Стоит, он наоборот в нее прям забежал. Ты понимал, что ты понимал, около меня ломают сферу слева. Справа появляется красная пимпочка, я стою АФК и умираю. Я просто старался поменьше урон получить, бля, а сорок зараза, блядь, бегает за мной, блядь, понял. Все, давай. Я понял, тут надо выхиливать. Я в соло сейчас захилю. Там он в Этьюре спросил. Ой, блядь. Арисин спросил, что делать, Саня. Смотри, там, ну, босс этот, со слякотью меняешься на трех стаках на боссе. Ну, там, ну, короче, когда у кого-то там три стака, у тебя вроде бы, меняешься. Когда ты не танчишь босса, ты таунтишь созвездие, вот там будут бегать мопчики такие. Эти созвездия заводишь в порталы так, чтобы ты в них не зашел. Ну, типа, оббегаешь, короче, портал вот, и созвездие заводишь в него. Потом, когда будет каст, когда мы все будем заходить в этот в портал, тот танк, который, это, который по созвездию вводит, он ловит босса и остается, и не заходит, и прожимается там. Да оба танка остаются, блядь, их не убивает. А, ну, ну ладно. Ну давайте, у нас там супер пот. Надо ДБМ пул. Пул бессмысленно. Ну, может там кто-то бахает. ДБМ пул. 5,
4, 3. Не, ну сейчас еще вообще будет 0 урона. Видите, децембл. ВС урод, не дам, беру. Поехали в 4 ДД. По танкам. Следующий также. Фазовый удар это каз, да? Зачем? Суровый удар. А, суровый. Понял. А фазовый что такое? Кара. Кара не будет. Давайте. Подошел. Возле дырок вставайте, возле дырок вставайте. Готов. 4, 3, 2, 1. Зашли. Зашли. Кара под танк. Угорды. Там, мне кажется, две одновременно взорвались. Может быть. Кстати, две одновременно. Вот теперь бар нет. Ну. Куда? Под зерном. Там куда он? Я понял уже. Не знаю. Бейте, бейте. Я на этом пусть слишком мало раз был, чтобы... Под танком карман. Да, это вам не отрывает. Я тут вагонили, могли. Урона, по-моему, тут, дай боже, заверни. Кара. Каз, зашли. Да, я забыл. Блядь, нет, ёбан. Выйду, прохил меня. 1 хп процент. Берегитесь. Не понял, у меня эта штука забаганная какая-то. Мне бесит Вуду, потому что расстояние кончено вымеряет. Секрет обновлений слишком низкий. Берегитесь. Пара. Сейчас еще. Звезды. Все, фул по боссу. Сейчас играем. Сферы не бьем, просто свой босс. До 20 переход. В центр комнаты встаньте, либо на край на сам. 5, 4, 3 секунды. Дырки смотрим. В дырку заходим, в дырку. 3, 2, 1. Берегитесь.
просто добить осталось. Он пришел Озерону, 6000 хпс показал. Какой же ДЦ имба, господи. Ну, я тебе сказал, был бы Владимир, ты бы нахуй был бы. Ты бы играл бы своим любимым хп и все. Нормально, блядь. Чисто по кайфу, блядь. Никаких там щиточков, никаких мозгоёк. Надеюсь, что Тринька сейчас выйдет. Милизона вышли, милизона, танки, кары вышли, вышли, вышли. Ну, а тут интенсивность то, что вот эти взрываются каждые 15 секунд, 12-15. По, тут, тут сколько, по 10 тысяч, по 12, а в этой 25-ке там по 16 тысяч. ДЦшник тут обязательно. 5, 4, 3. Ну, почти. Ну, да. Ну, практически. Практически, да. Резните, пожалуйста. Короче, если там кому-то что-то надо, у Сингсонга забирать. Мне бы вот, вот эту штучку. А чё он даёт? Ну, типа квест, походу. Просто чтобы его сдать, ещё собрание надо убирать.